Меня зовут Глеб Кузнецов, я являюсь начальником Центрального детского парка. Мое утро начинается в 5:45. Я просыпаюсь и иду на прогулку со своей собакой. После прогулки завтракаю, умываюсь и иду на работу. Ну как, нормально все? Хорошо? Да, все хорошо. В полном техническом состоянии. Соответствует всем характеристикам. Пользуется огромным успехом у посетителей. Хорошего дня, хорошей работы. Спасибо. Мое утро начинается с обхода территории парка, обхода всех аттракционов и проверки территории сохранности объектов. Дальше мы решаем текущие вопросы, связанные с запуском аттракционов и содержанием территории. Приходится очень много общаться с сотрудниками и владеть большим количеством информации. Для парка мы выбирали популярные аттракционы, чтобы увидеть счастливые лица наших посетителей. Чтобы стать начальником парка, необходимо быть активным, позитивным и море креатива. Некоторые выбирают более спокойные аттракционы, некоторые люди выбирают более активные и экстремальные аттракционы. Но все получают максимум удовольствия. Я люблю более спокойные аттракционы. Для меня самый лучший аттракцион – это колесо обозрения. Доброе утро! Доброе утро! Как ваши дела? Хорошо, работаем. Хорошо, красоту наводите. Молодцы. Посаживаем, все, подготавливаем. Посещению людей, клумбы. Хорошо. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.